«Что, где, почем» – так когда-то перефразировали название известной телеигры. Но для сотрудников органов статистики это вовсе не шутка. Специалисты Чувашстата ежедневно отслеживают изменения цен на различные товары и услуги. Сегодня в очередной рейд со статистиками отправилась и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел статистики цены финансов Чувашстата. Я хочу зарегистрировать цены на мыло, порошок и туалет, и хозяйственное мыло на сегодняшний день. И так уже более 20 лет специалисты Чувашстата собирают информацию о ценах и тарифах по предприятиям торговли и сферам услуг. Каждый день в разных уголках города Чебоксары работают 8 экспертов. Еженедельная регистрация цен идет у нас, еженедельный мониторинг. Кроме этого, у нас есть еще и ежемесячный мониторинг. Еженедельно обследуем около 70 товаров и услуг. По ним регистрируем около 600 цен. А ежемесячно обследуем более 500 товаров и услуг, более широкий круг. И по ним обследуем где-то 7500 цен. Фиксировать такое огромное количество цен достаточно тяжело. Почти 10 лет назад у специалистов появилось вот это орудие труда, которое значительно облегчает труд. Мини-компьютер способен в секунды перевести цену любой пачки в стоимость килограмма. В нем хранятся данные всех предыдущих проверок. Терминал заменил целую кипу бумаг. Сегодня я наблюдаю 30 позиций разных товаров, включая овощи, крупы и так далее. Для работы мы используем такие терминалы, которые гораздо облегчают нам работу. То есть мы уже видим в этом терминале все наименования товаров. И приходим, уже смотрим цену, обращаем внимание на производителя, на объем, в данном случае молока, и смотрим, все совпадает, 47 рублей. Мы записываем сюда. На основании информации, полученной в ходе такого мониторинга, формируется индекс потребительских цен. Исходя из него, можно вычислить и прожиточный минимум. Этими данными могут воспользоваться как различные министерства и ведомства, суды, так и простые люди. Наша информация вся размещена на нашем сайте Чувашстата. Любой желающий может зайти на наш сайт и любую информацию оттуда взять. Вся информация официальная. И очень много обращаются к нам и говорят: ну, на сайте есть, я видел цифру, но вы мне дайте на бумаге. Нет, не нужно бояться. Все, что на сайте размещено, это официальная стат-информация, которой можно пользоваться. Если цены, например, на хлеб или картофель за неделю резко увеличится, то проверку проводит уже другое ведомство. Штрафы и иные виды наказаний не в компетенции сотрудников Чувашстата. Так что бояться их обходов не нужно ни владельцам магазинов, ни горожанам. То, что мы выходим на объекты наблюдения, все это только для регистрации цен. То есть никаких функций проверок, никаких функций контроля у статистики нет. Мы только регистрируем цены. Специалисты отмечают, что такая мера, как еженедельный обход магазинов с мини-компьютером, способна сдерживать рост цен, поскольку предприниматели, которые не прочь были бы воспользоваться моментом и переписать ценники, побоятся делать это без веских оснований. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.